Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сегодня мы запишем ролик по идее подписчика. Он предлагает нам потратить 10 миллиардов меда и на этот весь мед купить очень много Джелли Роялек. И с помощью этих Джелли Роялек, ребята, достать себе мифическую пчелку. Давайте так, чтобы было интересно, друзья. Я сначала куплю на 1 миллиард Джелли Роялек. У меня как раз сейчас есть 11 миллиардов. И у меня сейчас есть как раз возможность сделать так. Сначала потратить 1 миллиард, чтобы купить 1000 Роял Желеек. А потом, друзья, я куплю еще 10 миллиардов и попробую за раз достать мифическую пчелку. Все это, ребят, я буду делать на своем втором аккаунте Иво Малок. Это запасной аккаунт, не основной. Основной — это тот, на котором я все делаю хорошо, а тут я просто делаю всякие вот такие вот штуки, которые просто будут очень плохо влиять на мой прогресс. Короче, смотрите, сейчас берем вот эти вот джелли рояльки, сколько у меня сейчас есть, 1000 штук джелли роялек я беру и использую с помощью вот такой вот кнопочки. Только просто найти мифическую пчелку. Одаренная она будет или не одаренная, ребят, я уже не знаю. Но я не думаю, что сейчас за 1000 джелли роялек я найду мифическую пчелку. Если найду, то это просто будет трешово. Я буду менять какую-то пчелку, которая мне сейчас не нужна. Я бы хотел ее вот тут вот поставить вместо музыкалочки. В принципе, что я могу и сделать. Потому что у меня где-то музыкалочка была одарен. А, это не на этом аккаунте. Ну да ладно. Короче, смотрите, 1000 штук берем. И ставим, блин, дай хоть что-то интересное. Бумс. И нам ничего не выпало, ребят. 1051 джелли роялька ушла на то, чтобы достать просто Brawl Beam. Хотя бы, блин, музыкалочку назад вернула. Нет, мне вот этого бравла дают. Ладненько, давайте мы сейчас еще разочек летим вот сюда. И сейчас, ой, тихо. Знаете что, давайте так, чтобы немножечко раскачать нашу удачу. Я пройдусь по мобам, поубиваю их. Просто у меня сейчас такая чуйка. Прям такое чувство, что я просто все вот эти 10 тысяч реаль желеек я потрачу просто с одного тыка и ничего не достану. Вот прям вот чуйка у меня такое, что сегодня я не очень-то везучий. Ладненько, давайте так вот. Волка убиваем, и нам из волка выпадает что? Правильно, один тикет. Оу, не один, серьезно, 3 даже. Нифига себе, я сегодня просто прям очень удачливый. Удача мне улыбается просто на все 32 зуба. Так, тут что? Тут у нас что? Один блуберри, а тут гандропинка. Ну окей, давайте мы сейчас пойдем еще убьем туннельного мишку, убьем короля жуков. И еще я, ребята, хотел бы даже зафармить вот этот росточек. Давайте-ка мы вот этот росточек заберем. Тут вроде бы какой-то подписчик есть, ребят, с нами в АФК режиме стоит, ждет, когда я буду записывать ролик. Вот он, росточек уже взорвался. И сейчас давайте мы посмотрим, возможно, какое-то серебряное яйцо. Опа, тихо, вижу тикет, надо забрать. Окей, тикет я забрал, а дальше что? Больше ничего интересного не вижу. Ну ладно, пошли дальше убивать. А теперь следующий у нас моб, это будет король жуков. Давайте так вот немножечко растянем ролик, а то снимайте ролик по 5 минут, ребят, вы очень часто жалуетесь, что очень мало я снимаю, почему такие коротенькие ролики, пишут в комментариях, почему ты не снимаешь по 10-15-20 минут, а вот вам 10-15-20 минут будет. Окей, дальше мы что? Дальше мы побежали, ребята, на туннельного мишку. Туннельный мишка нас там уже заждался. На этом аккаунте я редко играю, но как только я захожу на аккаунт, я бегу и убиваю туннельного мишку. Как вы видите, у меня тут аж 5 алмазных яиц. И это, ребят, все благодаря этому мишке. Окей, сейчас мы посмотрим. Возможно, сейчас будет 6 этих яиц. Так, вот сюда вот встаем и шипа поднимаем. Хоп, и ему капец. Все, он сейчас рассыпается. Смотрите, как быстро, очень быстро. Супер. Отличненько. Все, дальше что у нас? А дальше у нас по курсу вроде бы все, больше ничего нет. Так, я не понял, что я там такое поднял, что оно все само забралось. Я вроде бы никакого токена линка не видел. Так, стопе. Один ойл, 10 тикетов, глиттер. А где что-то ценное? Где какое-то яйцо там или еще что-то? Давайте, знаете, что я сделаю? Я задоначу сейчас какой-то донат, который я еще не делал, ребят. Вот давайте сейчас, вот прям сейчас я возьму и задоначу что-то такое, что-то, ну, прям... Давайте задонатим 500 муншармов. Вот интересно, что выпадет за 500 муншармов? Я еще ни разу не донатил столько.
Вот мне интересно. Кстати, коробушка у меня есть лягушек, можно будет потом как-то поюзать. Они очень хорошие, очень полезные, когда фармитесь, они будут вместо вас собирать токены. Также, ребята, пузырьки давать, которые вам будут восстанавливать цветочки. А я ищу, ребят, знаете что? Муншармы, да? Вы это знаете, а я вот что-то тыкаю и не могу найти. Ладно, вот они нашлись. Сейчас что? Сейчас самое главное не протыкать, чтобы я потом вручную это не нажимал вот раз 500. Оп, отличненько, 523, супер. Пару раз нажимаем, 500 тысяч, 501, пускай будет, 501. Донатим, просто если парные, это получается, что все, удача к тебе не будет улыбаться. И если не парные, то тогда вот такой вот буст выпадает. Фиговенький, очень фиговенький. X4, серьезно, хотя бы X10 дали. О, фигня. А знаете, что еще можно попробовать сделать? Давайте, ребят, мы попробуем убить краба. Очень быстро. Я сейчас использую что? Tropical Drink. Я сейчас использую Oil по советам от подписчиков. Он мне говорил, ребят, помните, в ролике, где эксперты советовали, друзья, мне там подписчик говорил, что Oil повышают скорость атаки пчелок. Я такое, честно, впервые услышал. Возможно, это просто какой-то гон или что, или он просто решил постебаться надо мной, ну не знаю, короче, давайте поиспользуем вот это вот все. И сейчас, ребята, с помощью шипов, с помощью кокосиков, да, которые я буду кидать по КД, я буду очень быстро выносить эту мерзительную рукастую тварь. Все, ей сейчас трындец. Вот смотрите. Оп, уже 50 тысяч нету. Только одна минута, ребят. Только одна минута и все, 50 тысяч нет. Это при том, что я пока настраивал все эти бонусы. А плюс еще вот этих токенов я был не собрал. Или собрал, я чуть не помню. Ладненько, давайте шип используем. Оу, тихо. Сейчас самое главное не заехать в краба, а то это будет очень много дэмэджа на наше лицо. Сколько уже там у него жизни? 180. Ай! Божечки, у меня капелька жизни. Ого, я сейчас умру, друзья. Я сейчас умру. Не, ну сейчас, блин, ребят, если мифик выпадет, это будет, получается, самый удачливый ролик. Потому что за Джелли Рояльки, друзья, я еще ни разу не доставал мифических пчелок. Вот прикиньте, сколько я играю, а до сих пор ни разу из Джелли Рояльки я не доставал мификов. Хотя некоторые весь улей могут сделать уже мификами с помощью Джелли Роялик. Некоторые мои подписчики, я хотел сказать, не просто какие-то игроки, что-то типа Елола или как он там называется. Даже подписчики сейчас я вижу, что очень часто кидают скрины, что они в топе, а я до сих пор в топе не был. Вот это трындец. Блин, ребят, я какой-то нубик, вот реально. Тут какой-то подписчик появился, он как-то ко мне боком влетел, и я отвлекся на него и умер. Ладно, короче, давайте без краба. Значит, мы будем без краба, потому что что-то я что-то вот туплю. Реально, вот хотел растянуть, растянул, только не так, как я хотел. Окей, теперь берем свои 10 тысяч вот этих Джелли Роялик, которые я еще не купил, да, друзья. Я пока что их не купил, но это очень быстро исправляется, друзья. Тут только пару кнопочек нужно нажать. Вот, чё сейчас со мной происходит. Вот смотрите, то краба промазал, то тут вот упал со стенки. Так, можно купить вот так вот за раз, за 10 миллиардов. Покупаем, все, отличненько, 10 тысяч рояль желеек я получил. А теперь, друзья, смотрите, что сейчас будем делать. Сейчас, ребят, берем вот эти 10 тысяч, 10 штук. Так, нам еще одна штука нужна, иначе я точно ничего не достану. Давайте мы вот так вот сделаем, сюда вот зайдем. Еще одну купим. Потом мы еще соточку купим. А потом мы... Я бы еще 1000 купил, но да ладно, уже не куплю, потому что у меня меда не хватает. Эх. Не, ну если бы я не потратил те 1000 штук, то в принципе мне бы как раз хватало. Ладно, давайте берем вот эту вот 10111 рояль желеек и просто сливаем на какую-то нудскую пчелку. Блин, мне уже как-то аж страшно. Все, давайте сливаем. Тыдыщ. И давайте все вместе. Капец. У меня аж голова разболелась, серьезно, это просто шок. Как, 10 тысяч? 10 тысяч рояль желеек и ничего не получить? Там некоторые подписчики жалуются, не жалуются, а хвастаются, что у них там с 3 штучек выпадает фьюзи или еще какая-то пчелка. Блин, ну это просто трындец. Ну как так, 10 штук? 10 штук! 10 лярдов меда. Да, весь код просто ушел куда? В никуда, просто я купил что? Купил тебе за 11 лярдов шокированную пчелку, ребят. Вот видите, какая это ценная пчелка. Вот советую вам улей весь забить этими пчелками. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.